Ага, квест на ребро расшарьте, возьмите все. Пошли, хилы, бьем. Че на то? Ничего ты взбодрился. Четыре хила вы тут. Два шамана, эрдру, хэпау. Я не совсем тут. Я хайки персонал. Я тебя сумонил тысячу раз, ты куда делся? Срез делал кита, Илая? Срез сделай. Спасибо, что напомнил. Алкин, ты там пошарил? Ловушки есть? А, нет, еще не пошарил. Ну а что ты там стоишь вначале? Шаришь? А, сейчас буквально 2 минуты. Сейчас мы уже, наверное, спулим. А, мне на трэш спекнуться или не надо? В танк? Да, спекнись. Наверное, лучше тебя спекнуть, чем танку. Вообще там протик мог бы, думаю, справиться. Вы уже бьете трэш? Да. Ловушки обезвредил. Ага, спасибо. Пизды получаем, вернее. Чё трэш так гуляет, я не пойму. Танки хуёвые. Сейчас далеко будет немножко лучше. Или на пол не дают. Вы в первую очередь бейте паука точечно. Два паука. Вот. Они кастуют коконы. В коконах и ДД, и хилы стоят. А вы уешите. Это людям вроде бы говоришь каждое КД, из КД в КД повторяешь, они один хуй бьют АОЕ. Сначала два паука убиваются, потом включается АОЕ. Вот сейчас мы идем на лестницу наверх, бьются два паука. На всей остальной параше в это время набивается агро. И ноль проблем. Ничего нигде не гуляет. На пауках бы еще агро держать. А что, не держится? Нет. Ну это про товар, значит. О, видишь, стаунтил. Просто пизды второй раз получаю. Я уже заебался умирать, если честно. Но я подхожу уже. Уже в инсте сейчас бегу. Вот смотри, Фонкич. Хант вроде бы, да, сорвал агро. Должен был напулить. Напуливал даже. Ну притворился бы. На тебя слуга пошел. А, вот тут уже трэш убили. Ловушки обезвреженные. Я, кстати, не понимаю, как маг у нас в рейд попал. Надо, блядь, его свичнуть, мне кажется. Или не надо? А он один маг.
У меня есть сова, либо ШП, который ирония, и он же тень убийца. Да я вот думаю, блядь, маг-то там вообще хуйню давал. Оставить его, не оставить? Посмотри ловушки. Ну, интеллект. Открыли? Обезреженные, обезреженные. Маг не потянет. Скоро маг придет, ну, Женя а, или... А может и придет, но... Ну во сколько вы он? Вы можете меня скажу, поменять, я в воскресенье схожу. Это маг говорит? Да. Потому что у тебя не Т4, нихуя, ну, это слабовато. Но он маг. Единственный. Да, блядь. Да понятно. На репу сходил, короче. Даже камни вроде хорошие. Одного нет, правда. Ну, будущее есть, короче. Так чё там, кого возьмем? Сейчас Женя скоро пойдёт. Чё, пока 24 тогда пойдем? Да. Ну, маг, тогда... Тогда портанись. В этот. Угу. Ты сам где? Сочи, ставь тебе шкаф. Вообще, вообще до трэша некоторые люди там шли, что-то не дамажили. Ну, если что, я это могу призвать. Ну, там какой-то подойдет же сейчас. Окей. Хорошо, чтоб хоть баф какой-то давал. Тык на сумон. Можно пол рыбах выруб? Сейчас присумонится. 24-й челик. Элема. Блин, ребят, почта есть у кого? Что есть? Почта. Сейчас ставлю. Я как обычно гениальная. Так, скромник. Так, надо про товары глянуть хоть. Эти, так, на хп выпил. Че, у тебя 4-4 есть, да, вар? Нету, нихуя. Нет. Есть, почему в сумке лежит? А, одевай. Не носи вот эту хуйню, Т4. Ты всегда full инст Т4 носишь. Т4 одевай. Массейф надо будет. Имя имен заходишь? Сейчас 2 минуты зайду. Жестко. А ты чё, Нурик, отравился или чё? Я не могу понять. Да, не знаю, что настроение отключать. У меня тоже такое сегодня хуёвое было настроение. У меня видюха до 95 градусов нагрелась, я её чистил, блядь. Сейчас 40 градусов. Думал, пиздец. Ну, Вовке, прикинь, 95 градусов, блядь. Ебануться. Ну, вентилятор не крутился. Это где так жарко? GeForce 1050 Ti. Или не, 1000... я имею в виду, где? Видеокарта, блядь. Да живёшь-то где, говорю? А, Сибирь. Да тут вон 22 градуса за окном, нормально, 23. Блять, долгая эта хуйня вообще. Трэш, все это надо было быстрее. Закинуть в холодильник, да? Заебись идея. Я вот думаю насчет видюхи, может что-то разбирается. Потом там между делом. Покупать, не покупать новые, вот не знаю какие, блять. Ну, третью серию вот эту, наверное, вряд ли. Может 2000 какие-то там, блять. Отбегу пока на полминутки, пока все досумониваются. Угу. И 25-й приходит. Там и ребро начнем бить. Да, потом зайдет через босса 2. Отойду. Это, конечно, хуёво, ребята. Это, блядь, пиздец. Если бы у меня не было вот этих жестких временных рамок, хотя бы, блядь, не до 20, а до 21, было бы вообще неплохо. 1660. Ну. Так, RTX 2080.
А чё, в какую сумму они упираются? Там 1100, да? 3000 вот эти. Да нет, меньше. Сколько? 1060? 95? А, это системник. Не сама видюха сколько. О, все зашли. Чек на пул. За 40 можно было урвать, но... Рыба есть? Там. Рыбаф, дайте, пожалуйста. Рыбу там. Ни каски, нихуя нет. Каски. Ни пристабафа. Но у нас три паладина. Холипал. Так, ага. Ну давайте я тогда каски, скромник краски, каски сдаст. Вот. Холипал кресты, танку кулаки. Вот все нормально. И рыбу дайте. Сейчас там или сочные, или килая дадут. А вот так вот каждая КД палку бить перед ЦЛК, да? Нет, наверное. Хочешь, будем каждая. Да, я не знаю. Тебе уже в блокнотик записал, не переживай. Насчет второго рейда надо подумать там. Ну, если сбор затягиваться не будет, то если и там, и там люди какие-то, вот, которые сегодня не пришли, зайдут в воскресенье. И там будет прям так же вот 30 людей, там 40. Можно, да, повыбирать ДПСеров. Угу. Спула кину. Надо будет потом макрос написать. Так, пьем банки, мажем масло. Сам стою, нихуя не выпил. Сейчас рыбу пожру. Килая тут. Так, ну вроде на всех каски. Это хорошо. А я что-то это... Вот она у меня... Типа, ну я не знаю, раз в год, может, так вот загрязняется. Так, рыбу поставить или ставили? Оставили, вон где-то стоит, отойдите там. Я не понимаю, как может прямо так загрязниться, чтобы кулер не крутился. Ну он как бы крутился, но не на тех оборотах. То есть, там... Не могу же мякнуть рыбу, расползитесь с нее, пожалуйста. Отойдите, там, сочно, отойди, вот этот твой элементаль загораживает. И хватит афкашить. Ну, блядь, я, конечно, понимаю, это все весело, блядь. Но мы как бы сидим. Ребята, блядь. Не знаю, дойдет до вас, нет. Надо это побыстрее все делать. Один отошел, второй. Так, принимайте готовность, сочный. Анимейник тут был. Кейн принимай. Все, все готовы. На счет три пуляем. На пул и на звездочку. Раз, два, три. Звездочку встаем, танки. Я, короче, сейчас третью ЛПшку еще дам, шестую точнее, и кину. Все, кинул. Немножко позже. Короче, метки спадут, танки, если что. Я на себя буду обновлять там на вихре звездочку. Будьте в меня сбегаться. Хорошенько смотрите там по прожимкам. Про товар, если прям не уверен. Ладно, пока нормально вроде. 63 тысячи. Вот у скромника мало. Настроя похуй. Так, даю первую незыбку. Слушай, выходим сразу. Внимательно смотрим. Не массакры продолжить или не надо? Нет, не надо. Там нормально все. Танки, три танка к звездочке сбегайтесь. И стоим. Там ограда хуя. Немножко его пришкелника покидаю. Алкина, ну чё за фигня? Холодное пламя, зачем в пламени стоишь? Это Булкин реса его, отходите за спину. Векон, ну чё это за хуйня? Вставайте, звездочку танки. Булкин, Алкина, так, все, фул бафы даем. Каску лап, пристабаф обновляем, захильте. Каску лапы, пристабаф и кулаки. Пороги. Пристабаф дала. Ну им по 5 по шаману.
Значит, 10 секунд вихрь. Когда босс умрет, все два танка, идите дальше на трэш, аккуратненько агрите на пулы, все с ними идут. Только сочный килай тут остается, три шмотки раздам и это идем к вам. Сакру, хорошо, все тогда. Вар в конце даст. Хорошенько прохилим, мы в лужах не стоим. В Герри поинтереснее здесь будет. Тут еще шипы во время вихря будут кастоваться, и надо будет шипы играть. Да самое интересное, это леди с Герри. Там таунты не работают. Звездочку. И трэш выходит. За спину готовимся зайти, сейчас лужа исчезнет. Танки звездочку. Сюда вот встаем. Вставайте за спину, подбегайте, чтобы шипы было быстрее разбить. Так, истерия 5 секунд, сейчас тебе дам истерию, через 4, 2, 1 даю истерию. Удивительно маленький ДПС, прямо удивительно на ребре, это наверное из-за шипов. 3, 4, 5, долго шипы бьем. А, ну это еще минус десятку примерно. Маг бы давал. 12, 10. Вар, давай шивая. На рейд. Ага. Смотри, Святос, как ты хорошо даешь пятнашку. Ну это с шипами, наверное. Ну это хорошо прям. Не то что фурик. Так, сейчас на себя звездочку поставлю. Поближе встаньте в танки. Звездочку. Сюда. Прожимайтесь там. Все, идите наверх. Какой квест сегодня, я не знаю. Блять. Лучи и ПГП. Кольцо килая сочный. Меткость крит СПДшная. Я не буду работать открыть. Обоссанная шапка, на крит меткость, кольчуга, ловкость, интеллект, параш какая-то вообще бесполезная. Надо кому-то. Сомневаюсь. Отведи в сторону. И такие я же думаю, такие же обоссанные эти. Отведи дальше, порежи всех РТД. Ну вот с МП5 у нас точно некому. Ну да, а сколько не было, да? Пошли наверх. Сейчас групп лут поставлю. Сейчас я их отведу на лес, блин. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, танки, ну ёбаный рот. Да тут второй помощник согрелся. Несовершенствие вашей слабости. Чем раньше вы осознаете... Чревнителя сорвали. Тем скорее выберете... Ну, на РДД помощника бейте. Звездочку поставил. Сводим. Вот этому большому за этот перед лицом не подходите. Так, давай этот самый Кейн, сейчас проброс сделаем.
Система ниппель, блядь. Короче, кружок грипнешь примерно в центр, а я его грипну, это самое, из центра, подальше. Этот Кейн. Ебанешь? Сейчас прям? Да, в центр, а я вот я здесь налево еще дальше выгрипану. Ага. Давай. Отлично. Декар, этот, Пал и Вар, ловите остальную парашу и на них напуливайте. РДД бейте двух помощников. Кружок, потом эту, второго. Ревнителя стаунтил. Там потом помощников добьем. Все зависли? А, что за хуйня? Вы подвисли сейчас? Нет. А, то у меня что-то пролагало. Вроде нормальная температура. Че за купол? Че он дает? Так, вот этого жука бейте, звезду. Вар или Пал забирайте, на них напуливайте. На Вара напуливайте. Веди сюда, ближе к центру. Не стой там, веди сюда, веди сюда. На мне метка, на мне метка. Пал один забери. Да этот баф у меня. Вар, давай ШВ на рейд. Что-то у тебя не одет комплект, ты только по себе ШВ нал. Ладно, я дал незыбку тогда. Давай сюда этого жука. Что ты там стоишь? Надо их свести. Массаж дал. Как нормально. Обычно уже поздно дал. Так, где кружок будет у нас скромник? Скромник. Есть, отпивайтесь. Где кружок, значит, скромник один танчишь. Где звездочка, я с Варом танчу. Значит, Вар, твои мобы с окна ближнего к леди и с центрального. Я с лестницы тяну и третьего здесь, ближнего к лестнице, окна. На пулы. Фонкич и Алкина. Чего? Звездочка, да? Да, в районе звездочки. Сейчас еще переставлю, чтобы получше было миликом. Вот, блядь. Сука. Вот в этом районе, примерно, между этими двумя коврами, вот сюда. Хант и Рога напуливаете двух мобов варовских на Вара. То есть один может с одного окна, другой с другого. И с лестницы я заберу. Значит, первая, третья пати бьете слева, где звездочка. И вторая, четвертая бьете справа, где протопал танчит. Смотрите. Все, проверка. На какого из варов? На какого из варов? Ну, вар есть протовар. У него 61 тысяча хп. Это танк. Видишь? В первой пати. Я думал, скромник вар, не увидел, извиняюсь. Не, скромник это Пал. Да, все увидел. Все. Блин, на пульщике, я надеюсь, у вас фреймы рейдов есть. Рейды фреймов, фреймы рейдов. Все, короче, все. Без отчета тут пуляйте, тут приботы не надо, просто бейте. Можете начинать. А что это за руна прикольная? А, это тотем новый, да? Палящий инвиз, который. Давайте напуливаем. Трэш сводим в звезду примерно, вот как я свожу. Так же подводи. Все в трэш играют. Вот приверженец стоит. Правую давай сторону тлили. Милики, давайте бейте по приверженцу. Вот стоит. И кособоки еще. Контрольте. Три совы. Как трэш появился, сначала трэш уничтожаете. Если где-то не добили, поворачивайтесь на ту сторону. Так, Адзири, где ты лежишь? Короче, встанешь. Тебя забафают. После лужи давай вставай. И бафайте его. Адзири, прием. Да. Я ждал лужу, но сейчас стою. За щиток его. Готовьтесь, трэш. Скоро. Трэш вышел. Бьем трэш.
Мильке главное под лицо фанатикам не лезьте. Вот Мильке бейте вот этого могущественного последователя. Приверженцы бьют все в приоритете. После них только фанатиков бьете. Потому что они вот на себя щиток вешают, их надо физуроном бить. Щиток магии отражает. Служи быстрее выходить. Так, что там у босса? Еще бьем. Так, истерия. Контрольте. Мильке, выходите. Трэш скоро, готовьтесь. Контролим ИВБ. Давайте Геру переводите босса. Трэш уже не будет. Даже если и будет. Хуярьте изо всех сил. От центра рассасываемся вокруг. Так, пошли духи, первый дал незыбку. Контрольте. Это... Не убейте Мильке, осторожно. Народ, 14%. Поаккуратнее. У-у. У вас не подлагивает, а то у меня что-то подлагивает. Вот сейчас было. Ты говоришь, ты лагаешься. Ага. Ну, дайте у меня что-то. С интернетом. У меня был небольшой лаг. Выходите, служу. Так. Контроль. Вар я забрал. Стаки спали. А он лёгкий, пожалуйста. Наоборот, хорошо, он бить прибил, как не может. Выходим. Духов не взрывайте по возможности. Жестко прям. Давно так не лагало. Вот так вот, блядь. Чинишь видюху, вроде все заебись, интернет лагает, блядь. Интернет не лагает, видюха плавится, блядь. Отвожу. А, ты эти дрова обновил на видюху? Или да, комп почистил? Да все там заебись. Дрова все охуенно. Я так полагаю, год назад ты их ставил. Да не. По КД обновляются. Там дрова лет на зиму. Все, идите наверх. Сейчас. Что у нас тут? Параша номер один. Надо вам кому-то? Ебать, нихуя ты сколько раз лут линкуешь? А, ну самому я что-то даже нажимал еще. Сердцекол. Топовая хуйня, говорят. Или нет? Алкина, пусть забирает тебя. Это Алкина тебе надо, самое главное, внуть кормить. Все, тогда я распылю просто. Или на трансмут, может, кому-то, если надо будет. А можно на трансмут эту красивую хуйню? Да, да, сейчас тебе передам. Экон тебе нужно? Плюс-минус напиши. Что? Сапоги некротические, обоссанные. Не, они без хосты. Да, не обоссанные. Без хосты. Блин, змей к вам ушел. Да, почему-то. Поставить надо, ебаный раз. Походу он ко мне пошел. Ну-ка. Ну да.
Кто-то напылил на тебя. Этот сочный килай, пошли со мной на лифт. Сейчас змей придет, мы этого змея поднимем на лифте к ним. Ну, по крайней мере, мне показывают. Бегите в порт тогда. Да, мне тоже показывают, что на тебя брат. Да, я вижу эту рамочку. Сука, ну куда ты? Ёптыть. Кнопку нажал рано, блядь. Мы уже завали за спиной. Вон он, петух пришел. Давай, хиль, короче. Килай, осторожно. Бля, ебануться нахуй. Короче, сейчас лифт, на лифте поднимемся, и надо будет выпрыгнуть успеть, потому что лифт быстро вниз пойдет. Вот сейчас заходим. Мы змея к вам везем, короче. Господи, тебя убило. Меня шокнуло. Ну заходи, там, наверное, протанешься. Ну да. Блять, а куда идти, в какую сторону? О. А чё вы стоите? Вот этот трэш надо было уже убить. Пока там... Чисто я на РЛ, в какую сторону идти? А уешьте эту хуйню, чё вы стали? Я думал, вы тут уже все почистили. Сейчас ещё дракон... Дракон обмеченный. Мы тут все обрадовались. Дракона. Да он на лифте поднимается, видишь, снизу, вон, сейчас меточку поставлю. Вон, звёздочка. Походу лифт, лифт еле-еле вытягивает его. Бейте. Я в кухне. Так, ну, скромнику ретрика идет. Вар. На нашем корабле. В пушку. Ну давай, скромник в пушку. Да там еще, блядь. Короче. Нет, ты дамаж. Звездопады давай. Скромник. Фонкич. Адзири. Ну и давай ИВБ. Вот это моба еще добей. Кто не умеет? Там надо прочитать, навести мышку и прочитать первую и вторую способность. И посчитать немножко. Там вот когда единичку нажимаешь, добавляется какое-то количество пар. Вот дома бы убить еще. И есть критическое значение пары, при котором весь пар сбрасывается. Там, при сотке, по-моему. Вот если ты будешь смотреть, какое количество пар у тебя на данный момент, ну, допустим, нажимаешь и добавляется 12 единиц. Ну, к примеру, я не помню сколько там. И у тебя, допустим, 88. Ты нажал, у тебя 100, у тебя сбросилось. А если у тебя будет 87, и ты нажмешь, ну, может прокнуть, что у тебя 99 будет, и ты сразу двоечко разряжаешь, и будет максимальный дамаг, там, что-то 50 с чем-то тысяч. В общем, чем больше энергии на пушке, тем сильнее второй скилл бьет. Да, разрядка вот эта. А у нас демон есть такой вопрос? Имя, имен. Okay. Так, а 25-й вообще у нас сегодня будет, не? Я сам жду, он сказал, придет 17-20, что-то не отрывает. Так, одевайте. Мне к 17-20, а Ения с Леной тоже обещает. Если что. Нам Марфлиором нужен, наверное. А так, если не придет... Ну, как бы хорошо, что он баф даст инту, но а так, по сути, без разницы. По мазам не знаю. Адзири, ты готов? Ну, если не придет, пусть кто-то из ваших, а Ения, он, например, тоже хорошо будет. Че, запустил? Ранцы все берите, не забывайте. И одеть не забудьте. У него сумки лежат. Маффин, ты вкусный, на 60. Одну пушку займите кто-нибудь. Только, только вдвоем пушку не тыкайте. Вы забагаете пушку, она просто не будет стрелять весь бой. Будем 10 тысяч лет скромный проходить ссылка. Скромный кабинет, 8 минут на паладину. Скромник, на Адзире нету, на Шамане каски нет. Андрей, пожалуйста. Так, хилы. Хилим звездочку. На Шамане тоже обнови. На ком еще обновить? На 18 шамане, минут. На Шамане. Нету на Адзире просто. Так, РДД перелетайте вот со стороны кружка. Со стороны звезды не перелетайте, здесь будет Мурадин. Так что может убить вас. А уешьте, что вы стоите? Один хейки дал звездопад и все. Три совы, подходим к борту, где вот локовский портал, даем звездопад. Чтоб те ружейники уже просто сдохли.
А это энховская красивая огненная штука. Троллей. Новых. Выглядит охренительно. Очень. Летите на тот корабль, это. Бейте магов. По 6к за тычку дамажит. Все, и всю парашу, все, что там есть на этом корабле, все захуяривайте. Кто-то смотрел сериал «Отверженные»? Никто не смотрел, что ли? Бейте мага. Так, Вар, у тебя ранец есть, если что? Да, я взял. Ты Т4, кстати, не снял? Нет, ну я когда трэш танчу, я одеваю, чтобы у меня мастер пробует. Короче, ты хочешь сказать, ты сейчас без Т4? Сейчас, да. Я же тебе объяснил, ну, весь инс идешь в Т4. Ну, блядь. Хорошо, сейчас идем. Да сейчас ты уже не оденешь бою. Чисть частицу давайте обнови, Вероника. Ага. Короче, это два шамана, эрдружка, начинайте посильнее хилить. Волны, один там шаман маленький, может сказать, другой большие. И отморозок 3 стака жизни цвета поддерживаю по КД, чтобы было на звездочке. По мане. По мане вроде нормально пока. Ну давай, водикон сочный по хулипалу залейте, по Веронике. И тотем можешь, один шаман, я смотрю, поставил, второй тоже ставь, там пускай порезает немножко. Ну, что-то, блядь, чего-то не хватает, крика на хп не хватает. Может кто-то поближе к борту подойти и сваров крик на хп дать? Или портовар, или святос. Вот, это. Ага, вот, заебись. Наверное, последний маг еще будет. Через 5 секунд маг, готовимся. Захуяриваем мага. И потом хуярим пушки. Так, отдал кровь вампира, хилим. Кастуем быстрее за хилы. Так, Вероника, давай массакру с баблом. И каплю на меня можешь ебануть. Я чё, что зубы есть? Давай зубы. Ты сейчас добьете, я думаю, да? Добивайте. Ага, заебись. Если они не есть, идти добирается уже тогда. Что мага нет. Время уже 43, ну, минуту. Уже добирать пора. РТДшник зайдет. Насчет милика не знаю. Так себе будет. Ну, если это тот Аени, который там 25к дает, то в принципе можно. Аени же. Могу спросить о Ене, еще была Лена и был Тень Убийца, у него есть сова, у него есть ШП.
Но шипешник зайдет. Я не помню, сколько он там дает шипешника. ДС, килая сочные. Подходите к сурку, там бафайтесь. Так, всех. Сейчас уточню. Кинь ролл пока, килая. Сек. Отойду, водички налью. Так. Кровавая плетка. На что это? На комбата? На комбата, если Алкина заберет. Алкина надо тебе? Mm-hmm. Не надо, у нас некому вообще. Энхи, может, какие-то зубраджины там? Не, там 2.6 энхи. Народ, дайте инфу, если кому надо вдруг. Короче, если надо будет, там скажет. А трансмог просто давай заберем, кому надо. Плащ этот самый рольте. Критхаст агильный, хороший. Ебать, еще раз. Жестко. Я тут. Сейчас каски дам. И наручи. Ну, отморозок у тебя сова, да? Или что у тебя, кот? Кот, медведь. Ну, давай в это, в кота подамажь. Нормально у тебя кот подамажит? На сурке. Ну ты что, не смотрел замер? А я что-то не помню. Ну, спекнись, короче, еще 4. Он нормально бьет. Да, давай, это самое. Короче, нету челика, да? Бьем с рука, потому секундочку, что... Секундочку, я уточню. Эти оба не дома, сейчас я тени напишу тогда. Он либо на ШП зайдет, либо на сову. Нам что нужнее? ШП, 3 совы есть. На ШП загнать? Да. Ну это ирония, он с нами, если что, был. Да, давайте. Кила, можешь плоску дать? У него ШП, да, не сильнее. У него не самый сильный ШП, но сова у него сильно мощнее. 4 совы нужно вам? Можем просто этот... А, нет. 4 совы не надо, ну это и так дохуя. 3 совы это уже бомба, блядь, и так. 1к ДПС, говоришь, да? Да, он не так много дает в ШПшке. По-моему, даже я дам больше. Кстати, его можно в ДЦ взять. Как вариант? Да берите. Хули. Сколько это все времени будет? Долго он там будет заходить? Так, на кого? Все-таки престом его. Да, да. Ну, гимны будут хоть нормально. Если бы еще Ветер вампира прокачанная была. И похуй. Эти объятия, блять. Пиздят ХПС только у хилого, блять. Че он там заходит, нет? Ну а можешь из-под колску дать? Да. Я написала, вроде не АФК. Но пока не отвечаю. Так, а в гильдии нет никого? Я вон буклю вижу. Букля сова. А букля что дает? Сколько? 2% крит урона. Да, бля, не про то, про ДПС сколько? А. Сколько дамажит? Сейчас посмотрю где-нибудь. А, меня не засейвлено. Ну он вроде более-менее дает по дамагу. Да берите, хули уже, блять. Букля нормально дамажит. Второй рейд, 0 друидов, нахуй. Берите уже кто там онлайн. Тащу. Я могу в дерево. Ну типа у нас и так отморозок, если я. Отморозок дерево, это милик. Все, ставьте шкаф, поехали. Могу я до кучи в ШП спекнуться без меня, я думаю, тут прохилят. Не знаю, ну будьте вчетвером. Ничего. Там отморозок в коте, будьте вчетвером.
Не знаю, сколько. Прикажите, пожалуйста, буклю. Ну вообще хочешь, спекайся, подамажь. Я думаю, два шамана хапала, думаю, не уронят, там еще гимны дадим. Просто так быстрее будет, мне кажется. Да, да, десятка ДПС не лишний. Было бы быстрее, если бы мы еще начали 5 минут назад. Было бы быстрее, если бы мы без 10 уже на ребле стояли. Букля, ты в дисе? 4 совы, я ебу. Короче, это бафы давайте, я запускаю босса. Что тебе нужно? Торхра, выдвигайтесь. Герой... Минута 17. Зарежь рыбку быстро. Ну надо будет от общего ДПСа, если у нас охуенный рейд будет 320 примерно, надо будет с общего, с этого ДПСа отнять ДПС от Морозка и Килаи. Тогда в первом рейде у нас 306 было, но это с челиком, с Шемом, он тогда сколько, 25 давал, да, 24-25, Ваня 22 или 20, где-то так, вообще посмотрим. Чё по истерии? Кому, когда? Святосу, походу, да? Святос тебе, короче, да? Ваня, кидай. Пускай башен. Там сколько у нас БДК? А, я... мы два только БДК, блядь. Чё, может, Ваня к зондалару чуть больше давай? Короче, когда с пула... И... Давай и ты себе сам с пула ебани, короче, а потом, когда... Короче, это самое, Хант и Рога на пульте на звездочку с пула Сурка. Все, 7 секунд, готовимся. Секунда. Геру, кстати, уже надо было дать. Дилка у тебя на мне? Ты по делу же набрал. Там много. Да, резанули конкретно вас, ребятки. Не знаю, чем там обмазываться надо, чтобы 29к давать. У нас, короче, без шема БДК 25 давал. Там, да такой же тотал. Общий такой же ДПС. Частицу на экона.
4 дал. .322 минус 15 и минус 10, минус 25. Ну, вот так вот. Блядь, что за хуйня? Мы похороним тебя, как подобно. Да. Гранди, рядом с... Рольте. Два защитника тоже раскидают туда-сюда их по одному вам. Идите, открывайте портал, там этот вар. Сочный килай. Да я уже пробежал под баблом. Ага, ну подходите. Давайте. Хилы тоже телепортируйтесь туда. У нас чума квест. Чуму квест берите, расшаривайте. И агрите толстого первого. Не стойте только там, не вкажьте. Вот чуму принимаем. Что, мне назад в дерево прыгать? Или подамажить? В дерево. И кила, и ты в дерево. Сейчас будут собаки, на них надо будет хилить хорошенько. Ну, это... Не знаю, я же говорю, вот агрите толстяка, начинайте бить. Чего вы стоите? Квест расшаривается. Сейчас его добьем и туда влетим. Убегайте сюда, хилы там. Врываемся сюда сразу всю пачку эту. Так, не зыбку дал. Не спойте, кто там паладины, присты, вот эту хуйню превращает в слизня, которые исследователи. Я по диспейлю. Да, под лаги пиздец у меня идут. Жесткие, блядь. У тебя на 250 тебя получается, когда прощипать пиагры, да, и боссы, которые могут у тебя лагать начинают, да? Так просаживать. Да нет, я. Ну, это. Сейчас не в видюхе проблема, она вообще 40. Ну, 40 градусов. Видюха не должна тянуть. Видюха, я да, там. Знаю, это. И у меня вот тоже провалы такие появляются, когда большие запулы идут. Ну да, это процессор вроде бы, а не видюха вообще отвечает. Я вот даже не знаю. Ну, очистить это... хорошенько или этот с клинером хотя бы почистить себе. Ну я что-то хуй знаю. Мне кажется, это какие-то эти, как они называются, блять. Скажи мне, блять. Что-то с интернетом, короче. Может сеть как-то загружена, не знаю. Ну, Discord бы тоже тогда у тебя тут был. Ну, я так думаю, так хрен вот знает. Мне кажется, что-то, блядь, с Сирусом конкретно. Потому что вот скиллы я нажимаю, они прожимаются долго. Вот сейчас вроде нормально. Не, вот опять залипают. А у тебя случайно там больше ничего не стоит? Да ничего не стоит. Качаешь? Да нет. Ну или да, тебя бита уже. Да, блядь. Вариант. Тысяча причин так-то, ну... Ну, что-то, да. Мне кажется, они... я единственное, что точно угадал, не, ну это не здраво, когда ты в Вовку играешь, у тебя 80 градусов, блядь, видюха греется, это вообще пиздец. Пиздец. Вот я сейчас играю спокойно, у меня сорокет, я ее просто почистил. Блин, отлично, правда. Стойте там, ну, стойте там все. Меня тоже... Чем чистил? Чистил? Спиртом. Пересосом, наверное. А, ты так прям... Чем, чем? Спиртом. Ну, протирал. Я обычно пылесосом пройдусь. Вот не, ну, и там, не там в ней этот вентиляторик такой маленький. Я вот его разобрал, почистил.
1050 Ti, там вроде два кулера. У меня один. У меня с одним. У меня тоже 1050 Ti. Ну, у меня вроде, вроде Ti подписано. Не помню, что еще там подписано. А, на сколько двух? Ну, Ti вроде на 4 гига идет. 4, да? Мне надо... 4 или 6, блядь, не помню. Или 4 или 6. 4, наверное. Вроде 4. Ну и, короче, с маской, как обычно, ну, в этот, в гнездо. В процессор, ну да. Да не в процессор, в вентилятор. Термопаста или что? Не, термопаста там, вообще терморезина стоит. Термопаста там заебись. Я не снимал этот радиатор. Это, идите, стойте там в дверях, вот этого мелкого бейте пока. Сейчас собака ближе подойдет уже, ставлю. Ну или сюда заходите, вот, далеко вот сюда. Сейчас надо будет сильно захиливать. Хорошенько. Килай, где? Я здесь. А, что-то далеко показывает. Вот у меня хрень вообще с видюхой была недавно. Получается, скачал себе Mass Effect, решил поиграть в первый. И поставил нормальное разрешение. И у меня розовый экран, хуяк, с каждый раз. Так, сейчас подожди. Короче, я не зыбку сейчас дам первую. Так. Вот, захиливаем. И, короче, это. На второе истребление про товар 4Т4 одетый. Только не говори, что не одета. Дашь, короче, на истребление ШВ. Ну и захиливаемся. Дубовые там прожимаем. Тут до третьего, я думаю, добьем. Если будет третья, там холипал даст массу. Да, сейчас направо, налево. Налево, давай на тухло. Сейчас. Да стойте. Сбегайте один направо, один налево. Быстро их кто-то. Сейчас маленький трэш запулите. Вот напуливайте. Запуливайте их. Вторую сторону тоже запуливайте. Это две запулили или одну? Одна. А где вторая? Ну, обезвредили. А, хорошо. Ладно. Значит, не надо было? Да, обычно пулем. Вдруг боешки с них выпадут, с этих мобов. Пошли налево. Вероятность резиста. Крайне мала, да? Угу. Immolate, improved. Бой, ты записываешь? Да. А чё? Да у нас надо роги видяшку показать. Как бы обезреживать ловушку. А, так я-то не видел, как он обезреживает. Это надо за рогу записывать. Ну, все равно, что обезреживает. А то у нас кто там? Таландор был. Не знает, что. Нури, кто с нами в десятку ходил? Ну, роги говорят, что не всегда их видно, эти. Там иногда бывает такое, что они подходят в инвизе, а они с километра активируются. Так, зубражин везде. Экон в кружке. Одну звезду, одну в кружок, одну под босса. Вот и все. Кидаю истерию, потом пуль. А. Блять, надо на тебя макрос написать. Ну-ка, сейчас подожди. Секунду. Сейчас я скопирую ник. Так, Ctrl Insert. Вот так. Значит, иногда бывает, я когда в макрос... Да, наверное. Сейчас, секунду. Так, должен макрос на тебя работать. Все, проверка. Блять, а я лут не ставил. Не знаю, были там боешки, нет? Все готовы? На счет 3 буду пулять. Раз, два, три. Давайте, Геру. Короче, вар, чилишь, расколы стакаешь. Забирать будешь уже после едкой гнили. Чё встали-то, ёпта, так рядом, сова. Дрэнч там между собой держите, а то вы будете блевать. Блюют только 3 человека случайных. Если блюет 4, это означает, вы хуёво стоите. Споры, одна под босса.
Есть там под боссом? Да, на мне. Все хорошо. Черепок. Когда это Локи касается вас, когда Лок, босс умрет, бегите сразу на того босса, на следующего, и это, и ставьте там шкаф, чтобы нас смнуть, минуту выиграем. Ой-ой-ой, тут проблевались. Так, три споры под боссом в кружке. Печеньку одну принесите, все принесли. Сейчас босс вдохнет последний стак с пыли, с пола, и это самое, хилы, начинайте работать чисто по войду. Я тебе каплю кину на трех. Могу зубы дать, если надо. А пока не надо. Сейчас каплю кидаю. Давай, только сам прожмись, а то не знаю, сколько потерял. Он один хил блюет. Короче, спамьте хил. Он может пробить нормально. Так, отдал кровь вампира. Нормально должно быть. Все, сейчас едкая гниль. 7 секунд приготовили, сейчас незыбку дам на эту хуйню. Мастера выходил. Так, дал незыбку. Все, захиливаемся. Нормально. Так, ну все, вот 8-й, можешь забирать, вар. Сейчас на вара переключайте частицу. Частицу, ага. И хилим вара. Сейчас по рейду. Ну вы знаете, в принципе, хули я, блядь, буду вам это объяснять. Вы же хилы знаете все. Три стака на полу, по рейду большой дамаг. С каждым вдохом он... Можешь не разносить уже. Да, уже не парьтесь, просто добивайте. Ну чё, я думаю, тапки там выпадут РДДшные. Ты бы хоть говорил, я же, блядь, забываю за эту хуйню. Там блям остался, уже зря дал. Сейчас на этом боссе не будет. Ой, я же говорил, блядь, тапки. Килая сочный. А лучше вообще есть тапки сейчас в игре? Ну, пока нет. Ну, для холипала есть срезки. Так, личина обоссанная. Тоже параша ненужная, да? Да. И вот это вот, хотя бы может на Элиман на какого-то или ПВП, хуй знает на что-нибудь там. Надо, да? Вроде бы вот такие плечи на ПВП брали. Не, не нужно. Хорошо, я понял. Нужно. Нужно, ага, я это. Хорошо, Зубраджину дам. Или тебе отдать? Можешь сразу Зубраджину отдать, если, ага, больше желающих не обнаруживаешь. Те, кто у кого есть квест на кровь. Две крови заберете. У кого есть квест, чтобы вам отдалась сейчас кровь. Есть такие? Лутера, а, сейчас. Короче, кровь никому не надо. Так, забирай. Принимаем сумон. И суммоните потом. Что у нас скромника выкинули? Да, у меня там забагалось. Кого выкинули? Да все вернули. Да я вроде бы всегда в пати был. Восьмой я закидывал. Да я говорю, полоска эта длинная делается, не знаю за чего, блядь. Это, блядь. Короче, вар... Все время четвертой группы без радара били. А хуй знает, а кто там Ридар есть? Ну скажите, я это... Я уже прикинул уже. Да? А, ну все. Этот, вар, бегаешь там, не это, все, эта хуйня есть как?
называется, блядь. Бдилка, блядь. Пельмеш, готов? Все готовы, на счет 3 пуляю. Раз, два, три. Истерия еще КД. 40 секунд, так что, ага. После этого босса сразу на квест бежим сдавать, только не сдавайте там, не знаю, ну я в эту хуйню не верю, что забагается там что-то, ну не сдавайте. Тоже там шкаф поставите, нас умнете, 3 человека.